Всем огромнейший кулинарный привет! Как вы относитесь к кексам и маффинам, приготовленным на основе крупы? Если вы еще не знаете, приглашаю вас сегодня на кулинарный эксперимент. Итак, первое, что нам нужно сделать, это сварить булгур. Для этого высыпаем его в небольшую кастрюльку и заливаем кипятком. Ставим на плиту и варим в течение 15 минут, помешивая. Теперь отваренный булгур отправляем остывать. Пока булгур остывает, разбиваем яйцо и взбиваем его венчик. Добавляем молоко. Вливаю растительное масло. И вот сейчас можно уже выложить остывший булгур. Теперь через сито просеиваем муку. Идеальный вариант для таких кексов — это цельнозерновая мука, разрыхлитель и соль. По желанию вы можете добавить любимые травы или измельченный мускатный орех. Просеиваем и перемешиваем ложкой. Вооружаемся силиконовой формой. Если вы используете ее впервые, обязательно смажьте маслом. Я свою уже использовала, поэтому смазывать не буду. И на 2/3 заполняем тестом. Сверху можно присыпать немножко прованскими травами, фенхелем. Духовку разогреваем до 180 градусов и отправляем наши кексы на 35 минут. Из указанного количества ингредиентов у нас получается 7 небольших кексов вот в такой форме. Наши кексы готовы. Сразу скажу, это блюдо на любителя. Если вы любите булгур, если придерживаетесь принципов правильного питания и добавили, например, цельнозерновую муку, если считаете, что кексы могут быть не только сладкими, тогда мой рецепт придется вам по вкусу и по душе. Мне же остается пожелать вам приятного аппетита. Обязательно не забывайте подписаться на наш канал. Если готовите по нашим рецептам, в комментариях делитесь мнением и задавайте вопросы. С вами была Приправа Клуб.